И всем привет, ребята. Да, всем привет. И опять. Это наша любимая веселая музычка. Да. Да, под которую прям хочется играть. Танцевать, точнее, да. Сегодня мы опять играем в эту игру, да. У меня уже было видео про эту игру. Музычка прикольная, мне нравится. Пишите в комментариях, кстати, нравится ли вам. Короче, против зомби мы сегодня опять будем сражаться. И давайте поставим кучу рыцарей. Не хватает. Все. Зомбаки. Они сразу все умерли. Вот туда. Бегун, привет! Привет! Долго не виделись! Ну там где-то месяца три с тобой не виделись. Зомбаки ползучие. Парни, вы не можете в проем влезть. Просто обойдите. Зачем проходить там что-то? Что они теперь? Ту-ту паровозик. О, тут один ребенок даже подзвали одного. О, дракон, это плохо. Дракон, он очень сильный. Можно сказать, самый сильный враг в этой игре. Но он слабый. Но их уже начинают выносить. Не, все, я выиграл. А, да, вынесли. Одного. Или ни одного, не знаю. Так, давайте вот такую армию с дробашами. Тут с дробашами поставим. Сзади вот с этими. Потом вот этих. Да, у меня очень много денег еще. Очень много в эту игру играл. И давайте еще вот тут три парня с базуками. Ну еще с вот этими. Это мини-пистолеты, что ли? Или не пулемет. Ну и давайте еще парочку вот этих. А, уже не хватает. Ну, тогда огнеметчиков поставим два еще. У нас еще, конечно, хватило, даже три огнеметчика. Глючат. Не глючат. Сначала глючили, а потом передумали, да? Так здорово, так-то здоровая армия так-то. С оружием каким-то был зомбак. Не, он как с каким-то мечом. Посмотрите на это. Посмотрите на мою армию. Что это за чудо-юдо? О, у меня там уже одного убили. Чудо-юды! Нападение чудо-юды. Нифига, сколько скакунов! Офигеть. Кузнечики, вы стали немного, как сказать, большими, высокими, с какими-то когтями. О, вот это я понимаю, армия победила всех. Да, давайте кучу базук просто поставим. О, даже два ребенка позвали с тобой. Почему два? Три даже позвали. Там больше всего, они там всех перебьют. Садятся что-то. Эй, куда пошел? Сюда что-то все. Эй, зомбак тут. Куда вы идете, враг сзади? Не, короче, они глючат. Не глючат. Парни, почему вы только гранаты кидаете? Не, фигня. Армия фигня. Так, давайте воспользуемся способом из нашего прошлого видео. Если вы не понимаете, о чем я, можете посмотреть это видео. Оно у меня уже есть на канале, да. Можете посмотреть. Думаю, что вам понравится. Тоже про эту игру проходил очень сложный уровень, да. Вот этот Росомаха мне нравится. Так круто выглядит с красными глазами.
Хотя все роботы с красными глазами, почти все. Почти. О, через стенку убили, круто. Парни молодцы. Смотрите, как они, кстати, круто убивают. Конечно, у них очень мало жизни, почему так лагает? Лагает. А, вот почему. А я-то думал, почему так лагает? Из-за этих парней, что ли? Оказывается, там вот это идет. Да, это неожиданно. Сюрприз. Так, о, так у нас тут босс. Босс робота. С автоматом. Не, ребят, мы проиграли. Проиграли, нас там всех перебили уже почти. Почти что всех. Давайте просто этих парней поставим. Так. А давайте просто... Мне хватает только на три. Да, мне только на три хватает. Давайте просто этих поставим. Главных боссов. Боссов-роботов. Они всех быстро вынесут. Особенно вот эту армию. Для них эта армия просто... изи. Просто изи. Видите, как быстро выносит? Особенно, когда втроем, это вообще бомба. Смотрите. Вот это, я понимаю, команда. Реальная команда. Все, они всех вынесли. Они всех вынесли. Вот так что обязательно пользуйтесь этой читерской командой. Читерская команда, да. И вы не думаете, что я читер. На самом деле я не читер. Не читер. Так. Просто я узнал об этой секретной армии, а когда решил поставить троих этих. Да. И посмотрел, как они просто всех быстро вынесли. Вот именно вот так они всех быстро вынесли. Не, это читерская какая-то. Читерская какая-то. Да, так что... Так что будем... Так что будем обычных парней ставить, ну и роботов тоже. С того, что эти роботы реально читерские. Они самые лучшие в этой игре вообще. Так. Ну и давайте еще вот эти. Все, не хватает больше. Великолепная армия. Великолепная. Посмотрите, какие войны. Еще два огнеметчика даже. Круто, что сказать. Круто. Круто. Я там даже этих парней слабых поставил нафиг. Они так-то неплохо стреляют. Всех убили. Ну что сказать? Ну, небольшая разминка. Чего-то такого и опасного, в принципе, нет. Всего лишь разминка. Да. Всего лишь 30 драконов. Не так много. Их даже 1000. Даже еще меньше. Я шучу, мы проиграли, у нас остался один. Что сказать? Об этом ничего. Об этом ничего, ребята, не сказать. Вот жалко, что тут нет никаких парней, там с ножами, например, как будто эти рыцари. Не в рукопашку дерут. Да в какую рукопашку? У них топоры везде. Шипы на топорах. Блин, а что у меня? У всех топоров есть шипы. Нет. Конечно же нет. Но у некоторых есть. Для борьбы с зомби. Сопли. Для борьбы с соплями. Два зомбака, это быстро. Все, мы выиграли. Еее! Самая лучшая армия. Мы с вами молодцы, ребята. Да, давайте. Решающая. Битва. Батл-битва. Битва-батл. Или как там говорится, батл-битва или битва-батл.
Не, батл битва. Батл битва. Старс, я тебя терпеть не могу. Да, конечно же, игре говорю, да. Великолепно. Вы видели, как он гранату криво кинул? Вот тебе месть за то, что ты кинул. Кинул. Не крикнул, а кинул. Не туда. О, ребята, сейчас я такую жесткую сделаю. Арму. Арму. Вот так. Там даже еще один заспаунился. Маленький. Что-то вы постоянно виснете. В смысле мы выиграли? Мы только начали. В смысле? Мы даже никого не убили. Че, зомбаки струсили? А? Струсили? Да? Так и знайте. Но нас не... Нас невозможно убить. Да-да. Да-да-да-да-да, еще 200 тысяч миллиард раз-два. Раз-два. Ну это реально сейчас было смешно, реально. Мы никого не убили, а уже победили. Да. Странно это, странно. Да, странно. Так. Это у нас будет решающая битва. И будем на этом заканчивать. Тоже должен со мной. Вы серьезно? Вы серьезно? Мы уже победили? Я не верю, это фигня какая-то. Давайте просто кучу первоначальных. Я думаю, у меня места не хватит для всех этих первоначальных. Тут я 1000 могу поставить. Да кого я обманываю? 200 тысяч. Кого я обманываю? 300 тысяч. 605 миллиардов. Да хоть квадриллион. Нет, до такой цифры я еще никогда не доходил. И никогда не дойду. Это всю жизнь можно считать. А до Гуглплекса вообще невозможно. Ну, в принципе. Ой, я заговорился. И даже посмотрите, что я создал. Некоторые зомбаки самоубийцы. Это вся наша задача. Это вся наша задача. Вы думаете, что мы так слабы? Да? А вот это что за армия? Вот это я понимаю. С этим мы нифига не справимся. Да. Ну что, с этим нам не победить. Именно поэтому. Да, короче, ребята, думаю, что будет завершать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, на сегодня это все. Всем пока. Кстати, не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. О, какой шмель! Ладно. Всем пока-пока.